Определение эластичности кожи. Установить доверительные отношения с ребенком. Помыть руки, раздеть ребенка. Ребенка раннего возраста уложить на спину, старшего возраста усадить. Большим и указательным пальцами захватить только слой кожи на тыльной поверхности кисти. Большим и указательным пальцами захватить только слой кожи на локтевом сгибе. Большим и указательными пальцами захватить только слой кожи на передней поверхности грудной клетки над ребрами. Большим и указательными пальцами захватить только слой кожи на животе на уровне пупка у детей раннего возраста. Отпустив образовавшуюся при этом складку, следить за тем, как она расправляется. Одеть ребенка. Сделать заключение. Если кожные складки расправляются сразу же после отнятия пальцев, то эластичность кожи считается нормальной. Если расправление кожных складок происходит постепенно, то эластичность кожи считается сниженной.